В Ненецком округе завершился турнир по волейболу среди школьников 8-12 лет, посвященный десятилетию предприятия «Башнефть-Полюс», входящего в структуру компании «Роснефть». На протяжении 3 дней юные волейболисты боролись за звание чемпиона. О том, кто одержал победу, а также о специальном госте состязаний, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Александра Истомина занимается волейболом уже 5 лет. Это не первые ее соревнования и победы. Юная волейболистка дважды становилась лучшим игроком соревнований. И на этот раз ее команда заняла первое место. Она считает, что половина успеха – это их сплоченность. Дружба, надо быть, чтобы все были, помогали друг другу, не боялись мяча, не боялись соперников. Совсем немного до победы не хватило соперникам команде «Норд». Но девочки не расстраиваются, понимают, что нужно больше тренироваться и служить тренерам. Мне кажется, что да, мы сможем, если будет приходить вся команда и вовремя. Нам говорит тренер то, что надо как бы собраться один раз и просто начать играть хорошо. На это же наставлял и специальный гость турнира, чемпион Олимпиады 2012 в Лондоне Алексей Обмочаев. Он прибыл по приглашению «Нефтяников», внимательно следил за игрой финалистов и после награждения провел для всех желающих мастер-класс. Показал, как правильно должны работать ноги и руки, а также рассказал о роли тренера в команде. А главное, по его словам, нужно понимать, зачем тебе спорт. Чтобы они поняли, зачем они приходят на тренировку, что это не просто игра в мяч, а к чему-то они должны стремиться, какая-то цель должна быть у них. Наверное, чтобы они понимали тренера, чтобы до них доходило, что требует от них тренер, для чего они сюда пришли. Для «Башнефть-Полюс», десятилетию которого был посвящен турнир, привлечение к активному образу жизни и спорту – одно из приоритетных направлений. Так, среди сотрудников на протяжении всего года проводится традиционная спартакиада. Не раз «Нефтяники» поддерживали соревнования и учреждения в округе. К слову, реконструкция спортивного зала «Дюц-Лидер» прошла также непосредственно при помощи «Башнефть-Полюс». Всегда очень рады и поддерживаем такие мероприятия, особенно все, что связано с детьми. Большое вам спасибо за участие. Сегодня победили сильнейшие, но каждый, наверное, в своем сердце всегда хотел быть победителем. Сделайте некие, как правильно, наверное, сказать, выводы от сегодняшних игр. Ну и вот всем огромное-огромное большое спасибо за участие. В результате места у победителей распределились у мальчишек и девчонок одинаково. Золото у команд «Лидер», серебро «Лидер-2». И бронза досталась командам «Норд». Все участники получили памятные подарки от «Нефтяников», торты и заряд на новые победы. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, телеканал «Север».